Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас такое летнее садово-огородное видео. Значит, покажу вам свой вариант такой вот универсальной садовой тележки водовоза, сделанной из старой детской коляски. По ходу видео буду показывать, где какие расходники использовал. Обязательно посмотрим, как все это дело работает в двух вариантах. Ну и дополнительную информацию укажу в описании к видео или в первом комментарии к нему. Так, ну теперь обо всем по порядку. Поехали!